Всем привет! Вы на канале Racing Life. В данный момент идет в чемпионате MotoGP летний перерыв. Пятинедельный летний перерыв. В этот перерыв, пока ребята из MotoGP отдыхают, их младшие коллеги из супербайка продолжают гоняться. И на этот раз этап в британском Донингтоне на легендарной трассе. В супербайке, напомню, за уикенд проходит 3 гонки. 2 в субботу и 1 в воскресенье. Итак, первую гонку в субботу в чемпионате мира по супербайку выиграл турок Топрак Разгатлиоглу на заводской Ямахе. Вторым пришел Джонатан Рэй на заводской Кавасаки. Третьим дополнил подиум Алекс Лоус, также и пилот из Кавасаки. В субботнем суперпоуле взял победу Топрак Разгатлиоглу. Вторым пришел снова Рэй. Третьим дополнил подиум впервые Скотт Рединг на BMW. Ну и воскресную гонку, и взяв хэт-трик за этот уикенд, берет снова Топрак Разгатлиоглу. Альваро Баутиста на заводской Дукати попадает на второе место, и Джонатан Рэй дополняет подиум. Таков итог британского этапа по супербайку. Ну а чемпионат MotoGP вернется в августе.